Вот ты вот куришь всю хрундель, все куришь. А ты вот знаешь, что это вредно очень? Да знаю, знаю, лыхоматый. Отвали, умник выискался. А ты знаешь, что вот куда бы ты ни пошел такой веселый, с тобой все время еще три друга, которых зовут... Стой, хватит, хватит, ты что, не надо этих интимных деталей? Это изо рта у тебя все время пахнет одной большой немытой интимной деталью. Ну, знаешь, я вообще теперь, Таня, открою, вообще ничего говорить не буду. И будем все так говорить, теперь сторону рот открывая, лишь бы рот открыть. Правильно, лохматый, будем так сторону говорить? Да, вообще не будем больше рот открывать, сторону все время говорить. Да, все время. И все вот торт еще закроем, торт еще закроем. Ю-ю, все же заткнем, чтоб не воняло. Ну ты не переживай, Хрюндель, я тебе одну книжку порекомендую. Легкий способ бросить курить. Вот, мне очень помогло. Тебе поможет. Не надо мне, у меня своя голова есть на плечах. А книжку про легкий способ бросить курить все-таки прочитай. Отстань, лохматый, говорил ты уже. Я бы тебе, Хрюндель, порекомендовал один очень легкий, кстати, способ бросить курить. Есть такая... Да знаю, знаю, книжка такая, легкий способ, блин, говорили уже 100 раз. Мужик, все куришь? Хочешь книжку одну подарю полезную, бросишь сразу? Стой, куда почесал-то? Стой, держи его! Наша фирма замечательная предлагает вам... Извините, что перебиваю, позвольте вам просто посоветовать книжку против курения, по-дружески. Мам, я уже слышал 100 раз про эту книжку. Да не говорю я раздраженно, я не раздраженно. Я бы посоветовал бы... Книжку! Мы это столопать дед Колобухин. На что спорим, я знаю, что он скажет. Привет, ты чё, всё куришь? Слушай, я тебе одну такую удивительную книгу сейчас посоветую. Да-да-да-да-да! Пошёл вон, отсюда достали! Блин, кто ещё скажет мне прямо сразу в пятак? Кончается моё терпение, совсем кончается. Ой, а я знаю, смогла бросить, благодаря одной замечательной книжке, которая называется... Ну, в общем, с работы меня уволили, короче, с формулировкой «за попытку удушения коммерческого директора». Прикольно. И все куришь? Не, курить бросил. Я же говорил тебе, классная книжка. Ты не читал я твою книжку, дурацкую? У меня просто уже выхода другого не было, так достали. Прикол. А знаешь, Хрюндель, я ее тоже не читал. Да? А как же ты бросил? Да вот тоже как ты. Интересный метод. А интересно, ее вообще кто-нибудь читал, эту идиотскую книжку? Ну почему идиотскую? Помогает же. Помогает же. Ну ты видишь, что еще надо? Помогает и помогает.